пятницу во Дворце спорта «Юность» собрались десятки почитателей такого зрелищного вида спорта, как баскетбол. Тут состоялись последние игры открытого Кубка города. Соревнования проходили по круговой системе, и каждая команда провела по 5 матчей. Организаторы турнира отмечают, что все команды показали достойный уровень. На протяжении 2 месяцев борьба шла динамично и напряженно. Очень доволен качеством команд, представленных на этом чемпионате. В этом чемпионате представлены 2 команды Одесские, 1 команда Овидиополя и 3 команды города Черноморска. В принципе, очень доволен уровнем всех команд. Завершился турнир встречи городской команды Черноморск и одесской команды Social Promotion. Мы очень рады, что баскетбол получает популяризацию вообще в Украине, и не только футбол. Организация, могу сказать, что хорошая, все вовремя, все хорошо. С первого свистка баскетболисты обеих команд начали вести весьма оживленную игру. На протяжении всех соревнований команда ветеранов нашего города лидировала в турнирной таблице. Даже в случае поражения в заключительной игре победителями были бы черноморцы. Однако баскетболисты играли в полную силу и были настроены только на победу. Игра завершилась счетом 74-50 в пользу команды «Черноморск». Сегодня заканчивается у нас этот турнир, но не заканчивается турниры в общем. В следующую среду мы в Одессе играем с Одесским горсоветом как бы матчевую встречу после этих 2 месяцев проведенных тренировок. Еще раз хочу поблагодарить всех ребят, кто пришел в нашу команду, кто играл за нее, кто добивал, ковал эти победы. Хочу сказать большое спасибо Юрию Юрьевичу Круку, который помог нам собраться и помог нам реализоваться как команде. Что он сделал? Он сделал нам возможность заниматься в Одессе на стадионе «Краян», на котором играют «Дипомоды». Каждую неделю наша команда ездит в этот зал, шикарный баскетбольную арену, соответственно, с нормальной разметкой, соответственно, с нормальными кольцами, совсем нормально. И мы там играем, тренируемся с командой «Одессы». По итогам открытого Кубка города по баскетболу 3-е место в турнирной таблице заняла команда «Динамо» из Одессы. На 2-м оказалась команда «Овидий» из Овидиополя, а кубок завоевала команда «Черноморск». Городские команды «Солнышко» и «Кобры» заняли 4-е и 6-е места соответственно.